Здравствуйте и добро пожаловать на рассвет пробуждения. Я Гермес Фалькао-младший. Сегодня у нас будет чудесный выпуск. Мы только что вернулись из Бразилии, где чудесно провели время. Мы проповедовали Евангелие, видели чудеса и знамения, помогали бедным. Это было удивительно. Мы были в Бразилии, столице страны, вместе с нашим другом-евангелистом Джорданом Моррисом. Мы проповедовали вместе, провели конференцию, встречу с пастырями и евангелизацию, на которую пришло более 1500 человек. Большинство из них были дети. Мы раздали 1300 новых игрушек, 4000 хот-догов. Там было много чудесного. Сейчас мы покажем вам проповедь из Бразилии, после этого я вернусь, чтобы помолиться за вас. Estamos todos prontos, Deus. Estamos todos prontos, Deus. Queremos mais que levantar as mãos, muito mais que adorar de coração, gritar com a alma. Queremos mais, muito mais. Estamos todos prontos, Deus. Aleluia! Estamos todos prontos, Deus. Queremos mais que levantar as mãos, muito mais que adorar de coração. Я буду проповедовать о крови Иисуса. Сегодня в мире звучит множество посланий. Вы можете зайти в соцсети и найти тысячи разных проповедей. Они расскажут вам о процветании. Они расскажут вам о благословении. Они расскажут вам о росте. Они расскажут вам о призыве Божьем, браке, воспитании детей, помазании и так далее. Но сегодня у меня есть хорошие новости для вас. Я убежден, что нет другого послания, которое может изменить сердце человека, кроме послания о крови Иисуса. В крови Иисуса есть сила. В крови Иисуса есть сила. Она работала тогда и работает сейчас.
Она будет работать и на следующей неделе. Кровь не может потерять свою силу. В крови Иисуса есть сила. Это вызывает у меня восторг. Можно я расскажу почему? Я никогда не видел, чтобы проповедь о крови была без результатов. Это гарантия 100%. Когда вы проповедуете о крови Иисуса, начинают происходить разные вещи. И это 100%. Когда проповедуешь о крови, бесам приходится бежать. Когда проповедуешь о крови, болезни приходится уходить. Когда проповедуешь о крови, потерянное сердце ощущает облегчение. Когда проповедуешь о крови, твоя жизнь может быть ужасной. Но когда к твоей жизни применяется кровь Иисуса, то даже если у тебя было много грехов, они будут омыты. 100%. Библия говорит, что когда Иисус умер на кресте, мы часто видим изображение с распятием. Обычно они крайне неточны. Обычно на них изображен хрупкий белый человек, висящий на кресте с небольшой капелькой крови на щеке. Все выглядело совсем не так. Библия говорит, что Иисус был обезображен больше других людей. Его наказали сильнее, чем кого-либо. Это не был приятный вид. Это был облик страданий. Это был облик разбитости. Это был облик человека, который понес на себе все грехи мира. Это был облик человека, по лицу которого текла кровь. Кровь текла с его рук. Кровь текла с его тела. Кровь текла с его ног. Это был человек, которого невозможно было узнать. Его собственная мать, глядя на него, думала, что они сделали с ним. Бог Отец смотрел на своего сына и думал, что они сделали с моим сыном. Но была причина, почему Иисус пролил свою кровь на кресте. Библия говорит, что без пролития крови не бывает прощения грехов. И даже в одной капле его крови было достаточно силы, чтобы омыть грехи всего мира. И с каждой каплей его крови ваш грех омывался. С каждой каплей его крови вы исцеляетесь от болезни. С каждой каплей его крови колдовство разрушается. Потому что в крови Иисуса есть сила. Я хочу прочитать вам. «И ходил Иисус
по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Итак, он учил. Когда я учу, то я объясняю что-то. Присаживайтесь. Когда я проповедую, то провозглашаю. Но он делал не только это. Он исцелял больных, всякие болезни. Служение Иисуса было служение обучения, служением проповеди и служением исцеления. Он исцелял больных, куда бы он ни шел. Куда бы он ни шел, он исцелял больных. Слепых, глухих, хромых, немых, и это происходит и сегодня. Я видел это своими глазами. Слепые видят, глухие слышат, хромые ходят. 2 недели тому назад я был в Вирджинии. Там была женщина, которая была абсолютно слепа на левый глаз. Она получила полное исцеление. Моя жена была там. Мы видели, как опухоли уходили, как люди исцелялись от рака. Иисус не изменился сегодня. Он не изменился. Его сила такая же, как прежде. Библия говорит, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Проблема в том, что церковь в большинстве своем перестала в это верить. Мы хотим Евангелие, которое выглядело бы хорошо в глазах мира. Мы хотим Евангелие. Которое бы не было бы спорным. Ведь молиться за больных опасно. Люди начинают критиковать тебя. Я понял одно. Они будут критиковать в любом случае. Они будут критиковать тебя независимо от того, молишься ты за больных или нет. И поэтому я иду на риск и молюсь за больных. И мы видим чудеса, знамения и славу Божью. Иисус исцелял больных. Джордан говорил вчера, что болезнь не от Бога. Это не часть его природы. Вот почему его зовут Иофа Рафа, Господь, Целитель твой. Его не зовут Иегова болезнь, Господь, который наводит на тебя болезнь. Он Иегова Рафа, Господь, Целитель твой. Его сила. Его сила неизменна. Господь Целитель. Я просто обливаюсь потом. Я хочу, чтобы вы открыли Деяния 10:38. Я хочу, чтобы вы прочитали это вместе со мной.
а потом сказали «Аминь». Там сказано, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя, творя добро. Скажите, творя добро и исцеляя некоторых, исцеляя всех, обладаемых дьяволом. Библия называет болезнь дьявольским гнетом. И это не скрытое благословение. Это дьявольский гнет. Когда Иов был болен и получил исцеление, то, как говорит Библия, Господь избавил Иова из плена. Библия называет болезнь пленом. Библия называет болезнь гнетом. Многие люди в церкви имеют неправильное понимание об этом. Они думают, что Господь... пытается преподать им урок. Если Бог хочет преподать вам урок, для этого есть Его Слово. Мы можем учиться через Его Слово, да? Служение Иисуса было служением исцеления. Служение Иисуса было служением избавления. Освобождение от бесов. Служение Иисуса было служением спасения. Откройте Луки 4, 18 стих. Я хочу прочитать то, о чем пророчествовал Исаия. Иисус открыл свиток и сказал, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня». Помазал на что? Благовествовать нищим. Это спасение. И послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Это эмоциональное исцеление. Проповедовать пленным освобождение. Это и есть освобождение. Слепым прозрение. Это исцеление. Отпустить измученных на свободу. Проповедовать лето Господне благоприятное. Евангелие покрывает все нужды людей. Я повторю еще раз. Евангелие покрывает все нужды человечества. В духе, душе и теле. Вот почему, когда вы встречаетесь с Иисусом, вся ваша жизнь меняется. В духе, в душе, в эмоциях, в теле. Все. И все это начинается с Евангелия. Ведь там, где звучит Евангелие, оно продвигает общество вперед, меняет культуру. Вот почему Библия запрещена во многих странах. Вот почему эта книга содержит в себе Евангелие. А Евангелие меняет жизни. Мне намного лучше, у меня были проблемы с артериями. Доктора говорили, что главная проблема была с артерией в моей шее. И именно из-за нее я ослепла на левый глаз. Но я ощутила, как с моим телом что-то произошло. А теперь все хорошо.
А вы четко видите мое лицо? Я четко вижу ваше лицо. Прославьте Бога. Да, она говорит, у вас красивые карие глаза. Это правда? Иисус все так же исцеляет слепых. Я хочу прыгать от радости. Мне так хорошо сейчас. Я молилась об этом долгие месяцы. И когда я молилась об этом, то плакала, становилась на колени, а Бог говорил мне, придет свое время, в свое время, когда наступит нужное время. Можете снять очки? Вы видите меня? Вижу. Я вижу один палец, два пальца, три пальца, пять. А теперь? Вижу. Я вижу хорошо. И это без очков. Слава Богу. Прославьте его. Вы совсем не видели на левый глаз? Она была полностью слепа на левый глаз. А теперь она видит ясно меня. Это удивительно. Как давно вас мучила боль? Боль мучила меня 2 года. 2 года? Насколько сильной была боль по шкале от 1 до 10? Иногда 7. Что вы не могли делать раньше? Мне было больно стоять. Стоять? А вот так стоять вы могли? Нет, не мог. А это? Нет. Боли нет. Нет. Прославьте Господа. Слава Богу, друзья, аминь. С вами Гермес Фалькао-младший. Я в Рефине, Вирджиния, в Доме молитвы. Это Гарри. Он был с нами на служении, когда с ним произошло нечто удивительное. Что с вами произошло, расскажите. У меня было затуманенное зрение в правом глазу 3-4 года. Но сегодня я получил исцеление. То есть, теперь вы ясно видите правым глазом? Да. Вы ощутили нечто особенное? Я не ощутил ничего не особенного, но когда я вышел и начал смотреть на разные вещи, я понял. Вы начали читать? Да, я начал читать надписи на стене, и я понял, что вижу их. Слава Богу! Сегодня было чудесное служение. Мы видели множество чудес, спасений и крещений в Духе Святом. Мы воздаем всю славу и хвалу Иисусу. Вы счастливы? Да, конечно. Слава Богу. Пусть Бог благословит вас. Если вы молитесь о чуде, верьте в Иисуса и получите его. Аминь. Слава Богу. Я верю, что это послание коснулось вас. В следующих выпусках мы покажем вам много интересного. Я хочу помолиться о том, чтобы то же помазание, что было в Бразилии, коснулось вашей жизни и вашей семьи, чтобы вы получили исцеление в теле, освобождение в том, в чем нуждаетесь. Я верю, что это доступно силой имени Иисуса. Я верю, что то помазание, которое было на той конференции, сейчас у вас дома, чтобы касаться и освобождать вас. Силы и послания неизменны. Давайте верить вместе во имя Иисуса. Отче, во имя Иисуса, мы молимся за всех, кто смотрит нас. Пусть то помазание, которое было в Бразилии, будет у них дома. Где бы они ни смотрели нас, я молюсь, чтобы Дух Святой коснулся их. Пусть чудеса Божьи явятся в их жизни. Пусть больные исцелятся во имя Иисуса. Пусть угнетенные освободятся во имя Иисуса. Мы выступаем против всякого духа мучений, страха, тревоги во имя Иисуса. Мы провозглашаем, что пленники свободны во славу Божью. Мы провозглашаем, что Отец движется там, где нас смотрят во имя Иисуса. Мы прославляем имя Иисуса. Пусть у этих людей появятся свидетельства во имя Иисуса. Аминь. Свяжитесь с нами, присылайте свои свидетельства по адресу, который указан на экране. Вы также можете связаться с нами через YouTube. Расскажите нам о том, что Господь делает в вашей жизни через наше служение. Мы будем рады вашим письмам. Пусть Бог благословит вас и до встречи.